Здравствуйте! Вашему вниманию мы представляем новые ветеринарные аптечки для домашних свиней и телят. Называется Байтрил 10% инъекционный. В стерильных шприцах по 10 мл. Его назначают телятам и свиньям при инфекции органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системе, сальмонеллезе, пневмонии, рините и других вирусных заболеваниях. Способ применения инъекционный. Свиньям применяют в течение 3 дней внутримышечно, вводя в сутки 2,5 мл на 100 кг массы животного. Телятам вводят подкожно 2,5 мл на 100 кг животного. Показания к применению. Назначают телятам и свиньям с целью лечения при инфекциях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и других бактериях группы кишечных палочек. Побочных действий как таковых нету, но в отдельных случаях возможна аллергическая реакция. Противопоказаний нету. Наш сайт инкубатор уфа.бесаба.ком.